Всем добрый день. Тут на днях разговор был, что-то качество это. До сих пор еще то же самое качество. Вот iPhone может, и он тут приготовился, хоп, если вдруг солнышко, но нет. Вот смотрите, что. Борода. Я, короче, вот пару лет назад у меня было еще черненькая. Здесь вот бело, здесь бело, здесь бело, все. Драйвер тоже, как бы, ну, моложе никто не становится, видите как. Вот из-за короны несколько лет не было вот этого вот. Эго, я считаю, как вот аксессуар вырос, да? Что поделать? Ну, тогда еще было все нормально. Нервные клетки не восстанавливаются, видите? И теперь вот эти вот пигменты, все, краску не получают, и борода начала белеть. Но сейчас не об этом. Сейчас покажу вам кое-что на секундочку. Вот у нас звезды. Первые эти вижу, что вот за выходные. Это готовятся к Рождеству. То есть в городе уже я видел, привезли штучки такие, там типа лестница такая выдвижная. Должны будет вешать. Это вот я вот сейчас вот показал окошко приватное, то есть приватных лиц. И уже там игрушки какие-то висят, звездочки вот эти вот наши рождественские. То есть, в принципе, если посмотреть, осталось там нам 5 недель, 6, или 6 недель даже до Рождества осталось. А если, ну нет, какой 6, говорю, 7, ну, скажем 6, осталось недель. То есть у нас все равно с начала декабря все украшено, а здесь уже получается первые выходные ноября, и мы это видим. Ну, вот так вот, в магазине уже 2 месяца как печенюшки продают для Рождества. Вот. Вот такой машине еще. В жандармах Луи де Финес Горцова. Помните, кто не помнит такой фильмец? Вообще, тачка вообще супер. До сих пор ездит каждый день по городу. Еще и крыша не открывается. Пойдем прогуляемся. Такая у нас воскресная прогулка. Но я вот только взял очки, а солнца как бы нет. Нифига. Что-то вот прохладненько после, против вчерашнего. Старенькие проулки, как называют у нас Альтштадт, старый город. Даже если ты едешь на автомобиле по каким-нибудь главным дорогам, стоит знак, и там написано Альтштадт. То есть в эту сторону именно Альтштадт, именно старый город, тот город, который существовал здесь, вот этот вот центр, скажем, 200 лет назад, 300 лет назад. У нас очень много старых вот таких зданий, вот этих вот проулки, здания и вещи, которые не были затронуты в страшную Вторую мировую войну. Вот как вот эта вот стена вот стоит, вот здесь вот кусок стены. Я где-то историю про это читал, то есть вот этот вот кусочек стены ему лет 600, наверное, 700, потому что, ну, вот так вот все. Так же, как наша вот эта вот церковь, вон сзади вот стоит церковь, вот эта вот, я уже ее не раз показывал себе во влогах. Она была построена, первый кирпич заложен вот там, где прям вон там внизу, написано на кирпиче вот здесь, 19 августа 1896 год. То есть ей уже сколько получается? 124 года. 124 года. Это как минималочка. Скорее всего, может быть, там еще и основано было еще раньше. А, вот сейчас, вот показывает жена мне вот звезды наши вот. Рождественский скоро увидим. Вот год назад было Рождество, я показывал. Вот такие вот штучки, вот звезда, лампочки вокруг, вот они все включать будут скоро. Вот оно уже все повешали, уже в пятницу прикрутили. 2 месяца до Рождества. Еще одна такая интересная, вот они уже включают их под электричество или только вот так вот? А нет, там еще вот видно, вон там далеко кабель еще не подсоединили, то есть повесить уже повесили, но еще не подсоединенное. Электричества как такового еще нет, понимаю я. Или есть. Может, вот здесь уже есть. Скорее всего, вот здесь уже подсоединили. Там просто вот здесь такая клемма, чтобы можно было еще удлинить, я думаю. Так, ну что. Вот наши вот старые. Вот видите, написано Альтштадт. Антиквариат. Куда уже старее. Вот это, наверное, по моему мнению, вот этот вот кусок истории стоит здесь, в центре города. Это вот самое, наверное, старое, что я вот знаю на данный момент.
У нас в центре города, реально. И это было здание аптеки. То есть аптека, вот, здание принадлежит. И вот это тоже к аптеке. И это все. И это все вот стоит закрытое. Вот. Очень-очень-очень-очень давно. Смотрите, вот это дерево. Обалдеть. Сколько ему лет, не знаю. 400, 300. Хрен знает. Такой был склад. То есть у нас вот получается вот здание аптеки здесь старое уже. А здесь вот получается рядом при аптеке вот этот вот. И этот, на мой взгляд, самое старое здание вот, в городе у нас. Вот аптека. Вот это все аптека. Сверху врач, снизу вот все принадлежит аптеке. Смотри, идем, короче, по городу. Здесь, по идее, магазин, где продают вот эти вот у нас сигареты, да? Ликвиды. Я не понимаю, как вы там, но есть товарищи вот всякие со вкусами, с привкусами ликвиды. Потом подходим, рядом полка. Что мы видим? Кто не шарит, что это такое? Говорю сразу, это самогонка. И вот 25 градусов, 25, 20, 20, 25. Вот это белое 50. Вот, смотри, 50. А мончон это вот как в Америке не гонят, но в лесу заливает. Ну и соответственно вот эти вот курение вредит вашему здоровью тоже продается. У нас вот церковь главная, вот деревья такие посадили. Вот летом будут очень красивые, вот уже их сразу побелели. И звездка. Все. Трава. Трава, кстати, зеленая, так и будет всю зиму. Здесь около 2 лет вот это вот делали. Дорожку, плитку, все сейчас вокруг и покажут. Площадка вот здесь, смотрите, красота, очень, очень приятно. Здесь такая раньше была щепенка, можно сказать, да, вот здесь поставили вот, вот такие вот фонари по всему этому таким квадратам. Здесь есть, здесь вот вечером будет светиться, деревья посадили, вот здесь тоже такой же фонарь стоит. Ну и здесь провели реставрацию, около года вот это вот черепицу строили, ремонтировали всю крышу полностью здесь, здесь. Здесь очень много скосов, вот этих вот треугольников. И вот это вот самое настоящее, вот это вот, вот немцы делают вот эти крыши. Вот, набивают гвоздями все вот, короче, крышу. Очень такая работа, да, емкая, объемная, сказал бы, да. Вот они тут несколько лет занимались вот этим, я помню, реставрация была. Но выглядит довольно круто. Аккуратно все сделали. Сегодня такой воскресный, такой семейный день, очень много с детьми ходит и так далее. Сейчас вам еще одну покажу вещь, очень старенькая в нашем городе, вот старый отель. К сожалению, его забросили, не знаю, будет ли когда-нибудь кто-нибудь опять этим заниматься. Реально, это такой кусочек истории в нашем городе. Это отель Надлер. В свое время, когда я только начинал работать на почте, давно уже, лет 10 назад, был внутри, там нужно было пакеты приносить. Была такая уютненькая атмосфера домашняя. Сейчас я не знаю, что случилось. Скорее всего, вот, ну, хозяева там, как бы у нас не то чтобы хозяева дома, у нас люди, которые занимаются всей этой системой, то есть они у кого-то этот дом берут, как в аренду, и да, то есть в этот раз был это отель. Скорее всего, их больше нет, или они на пенсии. Ну, тут несколько вариантов. Хотя кто ведет отели,
они даже на пенсии дальше работают, потому что тяжело бизнес такой передавать. Вот. Вот из-за этого вот этот вот отель, видите, какой вот кусочек истории. У тебя такой, представляете, комната, у тебя такой балкон доисторический. Вот такая, такая вот история стоит попросту сейчас. Он рушится на глазах. Это очень, конечно же, прискорбно. Там надо очень много денег на ремонт ввалить. Как-то так. Вода шла, так и идет. Но чуть-чуть здесь меньше, кстати, водички стало. Чуть-чуть прям. То есть было больше. Но да, и меньше сейчас прям течение меньше. И очень-очень сильное лето было, долгое, жаркое. Воды очень мало. То есть у нас есть рядом озера, где мы раньше проезжали, была красота, было много воды, теперь засуха прям. Не озеро, а лужа. Здесь, соответственно, видно то же самое. То есть было чуть-чуть выше уровень, и было здесь помощнее, конечно. Сейчас прям так льется водичка. Лишь бы. Вот что еще, кстати, вот. Посмотрите, до сих пор еще вот ключики висят. Вот здесь насос, ключи пристегнули. Вот здесь насос, бок стоит. Специально вот для этих, для байкеров, для велосипедистов. Вот, и специальные, накачайте, пожалуйста. Так, можно подвешать его, короче, уже здесь что-то здесь вот скрутили, здесь уже что-то было, скрутили уже застранцы. Вот так, в принципе, вон, ключи есть, ну, некоторые вещи вон висят нормально. Так приехал на велосипеде хотя бы что-то подремонтировать, удобно, в принципе. Обращались бы еще все с этим достойно. Некоторые вещи взяли, сломали. Вот зачем? А так, по большому счету, вот так подъехать что-нибудь, по-быстренькому прикрутить, подремонтировать. Вот смотрите, тут отверточка есть. Здесь еще какой-то ключик. Здесь вот рядом ключи наборцевые. Вот самый главный ключ для велосипедиста. Все продумано. Ну, классная штучка. Так. Ну что, GoPro, думаю, тест прошел хорошо. Следующие такие вот, как вам, будем записывать уже на GoPro-шку. Я хочу какие-то такие большие выпуски делать, где вот прям, вот как вот в Хамбурге мы записывали по полчаса, то есть такие 30-40 минут видос, где мы будем какой-то город посещать и показывать вам. Пишите в комментариях, как вам. Так что, до скорых встреч.